В Америке на обычных кедах можно заработать $800 в день, если вы успели купить сникеры из лимитированной коллекции Nike Tiffany. На сайте сникеры стоили $400 и были распроданы за считанные минуты, а уже днем 7 марта эти сникеры можно было найти в магазине по цене от $1100. Да, американцы, конечно, удивляют своей любовью к сникерам. Некоторые модели вырастают в цене в десятки раз и могут стоить десятки тысяч долларов. Такая вот интересная Америка.